все уже сказано, я могу понять, вот, если мне поручится собирать все министерства, ЖКХ, КУИ, чтобы собирать, я готов это делать. Владимир Владимирович, вы просьба участвовать во всех заседаниях, которые проходят в рабочей группе и так далее, везде вместе с ним, с КУИ, с ГЖИ и так далее, в Минстрое, которые проходят, первое, и второе, активно вот председатель ЖСК и очень активная вся здесь инициативная группа. С ними быть на коммуникациях, с ними встречаться, на месте выходить, выезжать и так далее и тому подобное. Я вам честно могу сказать, примером для этого, вот как это должно быть, является стороны областной думы Песной, стороны Государственной думы Николай Васильевич Панков. Вот я это могу констатировать так, как оно есть. И вот так нужно работать всем, так нужно относиться к этому. Да, хорошо, теперь вот, поскольку у вас была персональная просьба, мы сейчас ее выяснили, значит, до следующего заседания у вас будет определен куратор. Страны областной думы Вадим Владимирович, я думаю, все понял. Я здесь просто еще хочу добавить, вот я, может, не очень компетентен в этих обратных всех вещах. Вот я сейчас, меня интересует вопрос по дольщикам. Левые, не левые. Я хочу все-таки выяснить этот список. И вы вычислите этих людей, и в прокуратуру надо направить запрос, чтобы провела проверку, или уже уголовное дело, с ним уголовное дело, значит, в суд. Вот здесь я как раз могу очень плотно поработать. То, что очень сейчас важно, сколько останется, 130 человек или 80 человек. Понятно, от этого зависит, значит, это не новое, поэтому у нас там просьба. Парламентский контроль регионального парламента по данному вопросу. Но здесь есть и левые, и правые, и центристы, и все. Только партийную принадлежность здесь уберите. Что, Елена Михайловна? Да потом вы встретитесь вниз. Да. Это не левые, это не правые, это никакие, это те люди, у которых есть определение суда. Неважно, имущественный кредитор, либо денежный кредитор, но у них у всех есть определение суда. Ну, если только когда они к нам пойдут, мы еще не пришли, конечно, если когда они придут, мы будем смотреть, оплатила я деньги на них, Вот он хочет к этому подключиться, чтобы ускорить процесс. Оплатил геотех, он найдет технику, сейчас выйдет и так далее. То есть он занимается у нас региональным парламентским контролем по многим вопросам, в том числе сейчас займется по этому. Конечно.